Кадры, которые мы получили только что. Президент сегодня встречался с главой Ингушетии Муратом Зязиковым. Речь шла о социально-экономической ситуации в республике. Ввели сегодня центр охраны и материнства. То есть это первый роддом на территории республики Ингушетия. Такой современный, да? Современный роддом с современным оборудованием. И показатель младенческой смертности снизился на 40,4%. Буквально на днях мы будем сдавать три завода. Это два из них кирпичных завода, один керамзитовый завод. В середине года мы сдали завод кирпичный, где 30 миллионов штук кирпичей. То есть стройиндустрия тоже развивается. Это востребовано будет не только на Кавказе, не только в республике. В целом, в целом, да. По заводу электронных мачтовых антенн, там тоже для обеспечения Олимпиады тоже есть заказ.